Еще в середине ноября внимание жителей города привлекли строительные работы на территории лыжного стадиона. Тяжелая техника начала корчевание поросли и готовить грунт для будущей лыжероллерной трассы. Работы ведет предприятие «Транспортник». Начать строительство стало возможным после получения положительного заключения государственной экспертизы. Планируется, что здесь будет несколько маршрутов для лыжников. Общей протяженностью трассы более 4 километров. Также сюда входит благоустройство тропы здоровья, подготовка подъездных путей, освещение и строительство комплекса. Стоимость проекта чуть более 104 миллионов рублей. На начальный этап работ средства выделены из городского бюджета. Остальные предстоит найти путем привлечения инвесторов, отметили в администрации. Глава администрации вынес предложение выделить 5 миллионов денег из бюджета для того, чтобы начать это строительство. Вы понимаете, что такое 104 миллиона и 5 миллионов, это очень маленькая доля, но для города она существенная, депутаты поддержали, поэтому и было, эти деньги были выделены. За счет производства конкурсных процедур мы выбрали подрядчика, наш подрядчик Кумертауский, и приступили к работе. Были некоторые нюансы согласования проекта со всеми службами, все эти нюансы мы прошли, и сейчас, как видим, мы работы уже ведутся. В этом году мы должны освоить полностью все эти 5 миллионов, включая сюда это подготовка трассы, это порядка в этом году чуть больше километра, будет произведена срезка грунта, перемещение грунта, попадает, конечно, под этот вид там работ еще и где-то поросли, где-то, значит, выкорчевка пней. Начатые работы будут завершены, заверили в администрации. Ну а в этом году, уже в декабре, здесь планируется проведение республиканских соревнований по лыжным гонкам.